Всем привет, дорогие друзья! Где-то в параллельной вселенной, а если быть точнее, в виртуальной вселенной, Локомотив под предводительством такого замечательного капитана команды, как Криштиану Роналду, и тренером Кирмика, борется за выход в финал Лиги Чемпионов УЕФА. Невероятное событие и невероятные игроки. Так как это параллельная вселенная, поэтому и игроки соответствующие. Смотрим состав. Криштиану Роналду во главе. Миранчук намного сильнее прибавил. Соответственно, из старого состава, что есть сейчас у Локомотива, остались только Каману, Мурило и Миранчук. Гордость Локомотива. Лёшу Мирончука вернуть не получилось, потому что дороговато стоит. Милан за него... Он в Милане. Милан просил за него 50 миллионов. Подходим к главному событию. Полуфинал Лиги Чемпионов. И как это ни странно, как это забавно, как это символично, что Локомотив поехал к Баварии, в Германию, выигрывать, забирать свое. Погоня за мечтой. Ну что ж, давайте смотреть, что же это за матч и что из этого вышло. Парочку небольших корректировок. Лерой Сане. Лерой Сане. По другую сторону. Кто? Это он. Легенда. Локомотив. Тут один идет нагнетение. С вами сегодня Георгий Черданцев и Константин Демич. Сегодня мы для вас приготовили трансляцию первого матча в одной из полуфиналов. Филипп Лам, легенда Баварии. Против Локомотива. Пришло время полуфинала Лиги Чемпионов. Какой путь прошел Локомотив, да? Обыграл Лион по сумме двух матчей 8-2. Обыграл Тоттенхэм 7-4. Камня камни не оставляет от соперников Локомотив. Следующий соперник Бавария. Если до этого был Лион, еще более-менее, да, как бы Тоттенхэм побороться можно, то тут Бавария, лучший клуб Европы, еще и с такими исполнителями, какие у Баварии присутствуют. Сейчас увидим, кто у них в составе. Фаворит известен, действительно. Может быть, оно и так, но когда разговор идет о полуфинале, я бы все-таки воздержался от прогноза. Марсиаль, Лерой Сане, Гнабри, Горецко, Канте, очень слабые игроки, Робертсон, Алаба, не ушел все-таки, Альдервер, Нойер, Кимих, очень слабый состав, который спокойно можно проходить, ну и наши суперфутболисты. Нагнетение идет какое, а? Кайфовое. Все-таки Лига Чемпионов. Итак, поехали. Первый матч. Первый же момент на 8-й минуте. Сразу идет второй тайм, потому что в первом была только борьба. В итоге вот второй тайм, Бавария возит. Ну и Марсиаль не прощает. Просто... пару перепасовок и все, до свидания. 69-я минута матча. Роналду убегает. Интересно, будет ли гол? Забивай! Что делает Нойер? Далее, угловой. Забить обязательно. Нужен гол на выезде, потому что без этого будет максимально тяжело дома. И вот сейчас нужен Миранчук. Вот как, да? Вот сейчас, дай Каману и забей. Да что это за удар? Первый матч завершен. Бавария радуется, Нойер радуется. Все хорошо, все здорово. Но я считаю, не повезло в первом матче. Надо дать интервью обязательно. Тут я еще беленький. Возможно, вернул себе этот цвет тоже. Скажите мне, пожалуйста, что у меня тут со скулами? Чуть-чуть скулы, да, надо было поменьше сделать. Итак, как вам кажется, вы могли бы сыграть лучше? Нет, не могли. Будем больше тренироваться. Какие-то странные, да, ответы? Мы видим, что Нагбе получил вашу поддержку.
Конечно, я верю в своих футболистов. Итак, идем дальше. Насколько Локомотиву не везет, что в перерывах между матчами с Баварией у нас идет Челси. В связи с этим пришлось сделать ротацию. Выпустил просто второй состав, потому что с Баварией должны играть свежие футболисты. Но к чему это привело, что неразбериха в обороне, либо привела к тому, что Кай Хаверц просто уверенно забивает гол. Но у меня второй состав, извините, тоже в порядке, ребята. Джошуа Кинг. Вот такие люди сидят на замене и забивают. Уверенно. И обязательно с болельщиком, с болельщиком, с болельщиком. Сравняли 1-1. Уже получше. Главное очки цеплять. Я напоминаю, Локомотив борется за чемпионство в Англии. То есть, помимо того, что в полуфинале Лиги чемпионов, еще и за чемпионство борется. Пас, распасовочка. Выводим на удар Коноплянку. И Коноплянка решает. Я говорю, да, какие у меня запасные игроки. Коноплянка. Джошуа Кинг. Фрэнки переживает. Матч был упорный. 86-я минута. Хаверца меняют. Чтобы вы понимали уровень давления, с каким Челси во втором тайме включился. Момент на моменте. Здесь уже 92-я минута. Уже свисти, рэф. Просто возит вот здесь. Максименко! Красавчик! Просто лучший. Просто тащит и решает. Подача. Опять. Вот сейчас. Когда будем свистить? Реф, свисти. Икарди просто возит. Но здесь они сами себя закопали. И все, спасибо. 3 очка в копилочке. Красавцы. Ротация очень важна. Фрэнки, спасибо. Приходи еще. Идем дальше. Итак, ответный матч. Но перед этим надо обязательно посетить пресс-конференцию. Фу, напряжение, Локомотив дома принимает Баварию, еще и нужно выигрывать, отыгрываться. Проиграли в первом матче, не смогли забить, сейчас нужно реабилитироваться. Насколько вы уверены в своих силах? Я верю в своих ребят, поэтому да, я верю в свою команду. Я знаю, на что способна моя команда, и не сомневаюсь, что ребята дадут бой. Что рассчитываете в матче? Нам нужна только победа. Задача выиграть. Мы умеем добиваться наших целей, наша задача выиграть, несмотря на то, что Бавария уже ведет. Ваша команда показывает довольно нестабильные результаты. Не знаю насчет нестабильных результатов. Боремся за чемпионство, полуфинал Лиги чемпионов. Это, как можно сказать, что нестабильные результаты. Итак, ответный матч Лиги чемпионов. Черкизово. Это наша Черкизово. Всем привет! Отличный вечер сегодня. Отличный вечер. Так, ну судя по первому матчу, по исходу первого матча, у нас как бы понятно, интрига есть. Но также есть интрига у Барселоны и Атлетико. Но у Барселоны есть небольшое преимущество. Когда у Барса есть преимущество, то уже вопросики имеются по Атлетико. И плюс мне кажется, что в финале будем встречаться по ходу с Барселоной. Представляете, ты проходишь Баварию, ты так отдаешь кучу сил, тебе еще и дальше играть с Барселоной. Но на то она и Лига чемпионов, если ты выходишь в турнир лучших команд Европы, твоя задача их обыгрывать. Фаворита, но это скорее только на бумаге. Да, Бавария фаворит только на бумаге. Итак, Бавария тут же начала. Нельзя пропускать, нельзя. Не пускай его. Сейчас бы забил Гнабри и все. Гол на выезде, и мне забивать 3 надо, извините. Тут один бы забить. Ой-ой-ой-ой, Роналду решает. Обязательно. Какую стеночку с Мачисом отыграли. Так. По флангу идет атака, и есть тут свободное пространство. Ой. 2-1, а? Мачис. Вот кого надо покупать. Вот это футболистик. Так, давайте посмотрим поближе, как он попал-то так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Хорошо. С левой, в касание, от штанги. Ну, тут без шансов. Я думаю, ни один бы вратарь мира не спас. Но раз Нойер не смог, не справился, среагировать не смог, то... Да. Тренеру уже поприятнее, конечно. Но все равно. Вроде бы забили 2.
Ну вот, пожалуйста, забили два, этого мало. Забивает Гнабри один гол, и все, и Локомотив уже вылетает. Гол на выезде. Сварим зелье. Так, контратака, Алаба обрезает. Ай, Роналдо на опережении. Ой, капитан, что ты сделаешь? Еще и отдай на пусты. И что творит капитан команды? Ай да, Роналдо. Обязательно к болельщикам. Все для вас. Все для болельщиков. Да. Локомотив снова выходит вперед. И теперь Локомотив в финале Лиги Чемпионов. Невероятно. Невероятно. Такое может быть только в виртуальной реальности. Общий счет матча 3-2. Когда на трансферы клуб тратит по 100 миллионов. Судья добавляет одну минуту. Так. Первый тайм надо продержаться до конца, терпеть. Выдохнули. Роналдо просто герой. Гол голевая. Просто красавчик. Капитан тянет за собой команду, тащит. Тащит, затаскивает, так сказать, в финал. По статистике все в полном порядке. Так, но Бавария еще должна сказать свое слово. Хотя Локомотив в этом матче играет замечательно. Это да, когда есть такие исполнители. Марсиаль, Кимих. Так. И без мяча они остаются. Так. Так. Ну, решай. Ага, решай. Финти, как ты умеешь. Так. Ай-яй-яй-яй. Так, Роналдо еще. Пробуй сам. Ну это же что-то из ряда фантастики. Как такой пас прошел. Ой, как открылся, это опорничек. Баглаев, ты что ли? Ай-яй-яй-яй-яй. Какая красота. Опорничек открылся в такую разрезающую красивую передачку. И все, 5-1. Ответный матч, 5-1. Невероятно. Невероятно. Я не знаю, что там произошло, что за мотивация была в раздевалке. Но это прям, конечно. Ну что ж, подходим к главному матчу. Главному матчу Лиги Чемпионов, главному матчу сезона 2023. В 23-м году Локомотив будет с Барселоной играть в финале. Да, как я и говорил, кстати, финал вышла Барселона. Финал Лиги Чемпионов. Можете это представить? Вот я не могу. Поэтому фантазирую прямо сейчас и здесь. Погба, Де Йонг, Дембеле. Финал Лиги Чемпионов. Олимпийский стадион в Риме. Локомотив, Барселона. Замечательный мяч. Две классных команды. И какой кубок. Ага, ушастик подержать бы этот ушастик. Путь команды. Лока прошел Баварию 5-2. Барселона обыграл Атлетик. Но все до этого, команда которых проходила Локомотив, мы его выиграли. Просто состав Барселоны. Один футболист приковывает к себе невероятного внимания. Это Левандовский. Начало матча. 8-я минута. Локомотив не выпускает Барселону. Пас. Пас, 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 перепасовочки. Пас на фланг, на Фредерикс. Гачинович. Это же финал. Фредерикс. Гачинович. Сиприен или Киприен. Гачинович. Просто Барселона не может выйти со своей половины поля. Дай в разрез. Отлично. Фредерикс, решай. Ой-ой, под себя и Гришану, ну! Просто Локомотив забивает Барселоне в финале Лиги Чемпионов. Невероятно. Невероятно. Так, второй тайм. А до этого была только борьба, ничего интересного. И просто ставится пенальти. Ставится пенальти. 66-я минута. Лока так долго, целый час оборонялся на ноль идеально, просто тут ставятся пенальти, но, положа руку на сердце, можно сказать, что пенальти было. Итак, нагнетение, нагнетение. Что будет сейчас Левандовски? Максименко, что ты творишь?
просто в финал Лиги Чемпионов. Роберт Левандовский у мяча, и Максименко спасает, выручает. Но это только начало пути. 66-я минута. Барселона не зря вышла в финал. Она просто так не отпустит. Так, идем дальше. Камано, подачку. Прострелик, что-нибудь. Ой-ой-ой-ой-ой. Как играет Локомотив. Дальше, Роналду еще. Извините, пожалуйста, какие финты. Первый раз получился этот финт, обычно не получается. Так, Мачис. Ой, забивай же. Что такое? 90-я минута, концовка. Ой-ой-ой-ой-ой, Барелла прощает просто. Был бы тут Роберт Левандовский, я сомневаюсь, что нам было бы так попроще. Итак, 2 минуты было добавлено. Роналду, решай. Ай-яй-яй-яй-яй. И просто давайте насладимся этим моментом. И вот этот момент настал. Мы знаем, лучший клуб Европы. Оле-оле, чемпионы, чемпионы. Оле-оле-оле. Какой кайф на это смотреть, а? В параллельной вселенной Локомотив добивается своего. Чемпионы, чемпионы, оле, оле, оле. О, атмосферно, атмосферненько. Просто Лига Чемпионов, кубок, ну что, отправляется Локомотиву. Этот кубок нужно гордо поднять над головой. Вот смотрю я сейчас на это все, на вот эту радость. Какой это кайф, что Локомотив именно играет в футбол, выигрывает трофеи. Локо в этом сезоне обладатель Лиги Чемпионов, выиграл чемпионат Англии и выиграл, по-моему, Кубок Англии. Показывать все не буду, покажу чисто главный матч турнира, главный матч карьеры, Лигу Чемпионов, турнир имени Криштиану Роналду. Вот, в общем, смотрю я на вот это вот все и думаю, а почему бы не создать свою команду, которой так давно мечтаю? Пусть это будет на моем обывательском, любительском уровне, пусть это будет, возможно, смешно, пусть это будет так, что, не знаю, никто не пойдет в мою команду. Может быть, команда, в принципе, через 2 недели, через месяц развалится. И я вот думаю, а почему нет? Почему не попробовать? И я вынашивал эту идею довольно-таки долго. Я благодарю свою жизнь за ситуацию, я благодарю свою жизнь за окружение, за своих друзей, которые, я сказал, а может, а ребята говорят, а давай. И просто один разговор, одно решение в корне меняет мою жизнь. И я с ними за 2 дня обзвонил порядка 16-17 футболистов, было приглашено, из которых 3 человека на паузе, а все остальные говорят, да, мы с тобой. Это невероятные эмоции, и это очень круто. Это очень круто, что я перенес компьютерную игру в реальную плоскость и в реальной жизни буду заниматься своим проектом, о котором вам хочу рассказать. Я очень рад видеть вас здесь, видеть каждого из вас. Следите за новостями, следите за видео. Как бы форма уже готова. Я думаю, это первый любительский кубок. Его к первому туру. Команда создалась неделю назад, у нас уже к первому туру есть форма. Давай, победа, победа, победа. А, Олежек, Олежек, первая игра сегодня, что скажешь? Это вот история. Это история? Вот история.